Здравствуйте. Сегодня вам расскажу про левую рукоятку, интегрированную в наше цевье для сайги девятки. Первое. Какие преимущества оно в себе несет? В отличие от классической рукоятки, установленной здесь на затворе. Ее можно устанавливать, не беря разрешение на ремонт в ЛРО и не ходя именно в сертифицированные оружейные мастерские. Потому что здесь не происходит доработки основных частей оружия. Если в газоотводной сайге здесь находится затворная рама, изменения, которые не являются изменением основной частью оружия, то здесь у сайги девятки находится затвор, изменение которого является изменением основной части. Требует, соответственно, сертифицированной мастерской. Дальше. У левой рукоятки есть еще вторая проблема, что если у вас установлена здесь левая рукоятка, то вы не можете обеспечить полное сложение приклада. Здесь же это не вызывает никаких проблем. Из дополнительного бонуса у левой рукоятки есть паз, который позволяет вам, первое, на соревнованиях стартовать спокойно с третьего положения, то есть вы вставляете магазин и сбрасываете затвор с заднего положения. С точки зрения эргономики, расположение рукоятки здесь тоже имеет определенные преимущества. Например, если во время стрельбы у вас возникла задержка, то вы можете коротким движением руки, не отрывая от цевья, перезарядить оружие.